Макса, откуда его знаешь? Да там я как-то пришел, там начальник был, его друг. Макс. И... Высокий, выше его, да? Или наравне? Как его звать, блядь, я сейчас вопрос. Блин, не помню. Ну, короче, там Макс был. Я потом поехал с ними расписывать. Юман, по-моему. Да. Да? Точно, Юман? Я не помню. Ну, я, короче, поехал с ними, гараж расписывал. Пейзаж. Танки там рисовал. И он там с ними был. Ну, последняя сигарета. А что, ты деньги на работу не берешь? Ну, получаю там аванс и два раза в месяц. Ну, это аванс и зарплата. Ну да, там разделенные на две части. Аванс у тебя сколько? 4000, а потом должны еще... А зарплата? Ну, типа 10 там, по-моему. 14, да? Ну, должно быть, по идее. 14, да? Ну да, правда, обещали, что могло бы быть 15, но что-то... Вообще цены растут. Должны и зарплату повышать постепенно. Я в школе получал 15 и выше. Я там в школе кто, блядь, был? По капитальным, да, и, блядь, дворник. Вот я, блядь, пока отпускные получал, пока доплаты, зарплаты, блядь, авансы, блядь. По идее, 91-я, это элитная школа, должны больше платить. Да, там, блядь, я слыхал, там, блядь, зарплата сейчас высокая, было 15, стало 18, где-то. Ну. А кто за это, блядь, за все остальное, это зарплата 18, а если доплата, там, еще где-то подработать, это уже будет. Там заебись дворником работать. Ну да. Как говорится, все по-честному. Каждая школа по-честному. Но только эти, блядь, карточки придумали. Карточки? Да. Ну, денежные эти. Как зарплату получать, так, блядь, сразу на стойке. Ну, если бы я это как-то оплатил. Там уже надо уже, блядь, уже как у 23-й год. Там уже ее надо менять, блядь. Там в каком году я, блядь, в банке был? Да, в том году. Ее надо менять, блядь. Ну да. Меня в банке на Питере знаю, блядь. Прихожу к тому. Блин, листья падают. Надо будет туда смотаться, переменять карточку. Ну да, правильно.
А то, блядь, хули, блядь, 15-й год или сейчас 23-й год, да? Но... Уже давно, блядь, надо сменить, а я все, блядь. Да и все, блядь. Ну, это спёшь, видишь? Да. А все бы стали облом. Так. Так, у меня копия паспорта есть? Заебись. Через копии можно это все подобрать? Наверное. Я же симки покупаю, ничего, блядь. Потом мне телефон, мне, блядь, сообщение придет. Входит. Паспорт у вас действительно, я и без вас знаю. Если там на Питере можно банки через копию паспорта, то заебись. Ну как-то ума набрался там, блядь, эту карточку получил. Даже пойду это мести, блин, бесконечно. Хорошо, что я код, блядь, запомнил. А, пошел я мести. Ай, сколько же это? Я так подумал. Хорошо. Да.